Румынский коллектив Deep Central оказался в Москве. Правда, пока проездом, но это не помешало им спеть вместе со съемочной группой про новостей. Главный русский хит. Смотрим. Не зря смугляны румыны из группы Deep Central в летнем хите Russian Girl взывают к россиянкам: «Любите нас!». Румынская НЛП сработала. Их полюбили очень дип, то есть глубоко, и не только в России. Любовь эту музыканты терять не намерены. Свежие треки обновят прежние чувства. Группу Deep Central мы вылавливаем между двумя аэропортами. Музыканты прилетают в Домодедово, у них есть всего несколько часов, чтобы добраться до Внуково. Отсюда они улетают в Махачкалу. А по пути они еще должны захватить с собой своих русских партнеров по совместному треку «My Way». По значимости это практически встреча на Эльбе. Привет, молодец! Deep Central, Tom House из «Отпетых мошенников» и диджей Love Radio Иван Мартин делали трек «My Way» по интернету. В реале их «way», то есть пути, пока ни разу не пересекались. Русский язык. Да, русский язык. Говорим по-русски, только без мата. Общий язык, вроде так быстро найденный, так же быстро теряется. Мы немножко сдвинули куплет, то есть поставили его по-другому. Немножко прикололись над ребятами, и они, ну, в принципе, шутку нашу поняли. Из России с любовью, да? Вы извините, я по-русски не понимаю, но мне кажется, не стоит с этим соглашаться. Извините, нет. Но трудности перевода вскоре пасуют перед общностью интересов. То после третьего стакана все будут друг друга понимать. Мы не понимаем. После этого все будут понимать. Камень, ножницы, бумага. За какие-то 10 минут перед регистрацией румыны успевают поучиться махачкалинскому акценту. Окей. Еще вот так, обязательно вот нужно вот так. Проводят первую репетицию. И даже выясняют у русских, с какой Russian Girl им лучше записать дуэт. Не все же Дану Балану с Верой Брежневой. Собчак. А вы знаете Собчак? Нет, я не знаю ее. Или это он? Или она? Он просто ее еще не видел. Под конец эта румыно-русская банда даже пытается утащить с собой штатив нашей съемочной группы. Становится ясно, эти четверо сработаются не хуже ливерпульской четверки. И в Махачкале, и хоть где. Бай, Мюз ТВ! Бай-бай, на здоровье! Алина Ильича, Андрей Скрипкин, про новости.